Снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и это второй выпуск нашего путешествия во времени, где мы будем узнавать, как развивался, как появился, собственно, обозревать, как выглядела заглавная страница очередного сайта. И по названию данного видео, я думаю, вы догадались, о каком сайте идет речь. Этот сайт ВКонтакте. Да, ВКонтакте.ру, потом ВКонтакте.ком, ВК.ком, ВК Мобайл, теперь. А раньше он, то есть, был только ВКонтакте.ру. Ну и давайте же начнем. В этот раз, конечно же, будет менее такой длительный выпуск, потому что, собственно, внутрь мы зайти не можем. Возможно, как-то это и можно сделать. Можете написать мне под видео, если вы знаете, как посмотреть именно внутренности сайта, как они выглядели некоторое время назад. Но, в принципе, не знаю. В принципе, даже того, что этот архив позволяет сделать, уже достаточно, я считаю. Как вы видите, как выглядел этот сайт ВКонтакте 14 ноября 2006 года. Очень давно, да, уже тогда была шапочка Деда Мороза на В буковке. Я не помню, насколько давно он основан был, то есть тут в этой машине есть и Facebook, но о нем в следующей серии данных обзоров, данных путешествий во времени. Вот как он выглядел в самом начале, то есть вообще ничего не сказано там и так далее, и даже написано «Добро пожаловать в закрытый справочник студентов, выпускников элитных вузов России». Какой нафиг справочник? Это что, не социальная сеть была? Давайте попробуем кликнуть на помощь. Мы уже посмотрели, собственно, для кого сайт, зачем, как удалить свой альбом. Я нашел в сайте ошибку и так далее. Тут все это есть, как вы видите. О сайте ВКонтакте 2006. Вот, Павел Дуров, создатель самого крупного студенческого форума и других околостуденческих проектов. Закончил, вы можете на паузе почитать. Так, сайт располагается на двух собственных выделенных серверах. Двупроцессорные, двухъядерные серверы Xeon с 4 гигабайтами оперативной памяти, я так понял. Что позволяет обеспечить высокую скорость доступа к сайту даже в пиковые часы загрузки. В ближайшем будущем возможно расширение мощностей в связи с быстрым ростом проекта. Это просто феноменально, прикиньте. Двухъядерный какой-то, хотя двухъядерный. Фактически это не важно, если бы там еще было написано, сколько всего весит этот сайт, то есть сколько винчестеров там в этом сервере. Так, Анастасия Вивчар. Вивчар, интересно. И Сергей Мартынов. Ему помогали. Прикольно, в общем. Кстати, как вы видите, здесь не вся история, то есть здесь есть как бы еще какие-то промежутки, на которых можно, в общем-то, смотреть эту страницу. Ну и давайте же перейдем к следующей части. Это у нас 12 августа 2007 года. Как вы видите, не сильно это все изменилось. Тут добавилось, типа, нас уже более 1 200 000. И все еще написано «Закрытый справочник студентов и выпускников вузов». Экскурсия по сайту. Что вас ждет после регистрации? Вот интересно, нам покажут, что нас ждет здесь? Да, нам покажут. По-моему, короче, я как раз вот в 2007 регистрировался в первый раз ВКонтакте. Я уже не помню, как это было. Но я там в 2007 или в 2008 регистрировался. И там были подобные вещи. Ну, в первый раз. Я вообще, у меня несколько страниц. Но, в принципе, уже я бы перешел на Facebook, если бы не мой канал и не халявная музыка ВКонтакте, естественно.
Так, тут однокурсники, фотографии, группы встречи. Прикиньте, то есть здесь даже не было там вот этих публичных страниц, не было ни музыки, ни видео, наверное. Регистрация бесплатна и занимает не более скольки-то минут. Оксана Разумник или Разуник, Резуник. В общем, я не знаю, возможно, это подставная страница. Кстати, смотрите, фотка старая Павла Дурова. Сейчас на его странице этой фотки нет, а здесь она показана. Видите, как важно сохранять иногда сайты. Мобильный телефон, то есть все это как бы настоящее вроде бы. Но я только не понял, она сама, она согласилась, наверное, же предоставить, собственно, свои данные Дурову, раз оно здесь было показано. Бьонси, Снуп, в общем, интересы, все здесь редактировать, помню еще. Хотя и сейчас, по-моему, просто сократили ред, написано там. Или нет, там, по-моему, такая вот ручка нарисована и в этом, в квадратике. И то есть туда щелкаешь и редактируешь. А раньше вот это вот все было. Кафедра, там, любимые фильмы, ТВ-шоу и так далее. Так, ну и, собственно, откатимся. Ну, далее, я думаю, я не буду ничего ставить. И тут, то есть, в 21 апреля 2008 года, как выглядела эта заглавная страница ВКонтакте. Ну, экскурсия по сайту. Уже 11 миллионов, прикиньте, 1 200 000 было, а теперь 11 миллионов через год уже стало. Тут теперь уже нету никакой студентки. При регистрации выбрать вуз и факультет. Теперь уже у нас видео и аудио появилось. Группы, встречи, обновления какие-то появились. Вот, видео и аудио только в 2008 появились, видите. Так, а нет, здесь смотрите, какая-то другая девка. Таратова, тоже из какого-то вуза, по-моему, из того же, что и Дуров. Так, вы сможете определять круг пользователей, личный сайт можно указать, ICQ. Кстати, ICQ это вообще бред. Его можно было даже указывать. Да. То есть отдельным как-то. Наверное, проплатили ему создатели этого ICQ, потому что это глупо довольно. И тут что-то, фотостор, путешествия. Да, аватарка, помню, я тоже выбирал. Можно отмечать людей, ну да, эта штука, она тогда появилась. И сейчас по ней вычисляют террористов. То есть террористы любят приезжать в другое государство и фоткаться там, а после чего отмечать всех своих друзей на фотках. Типа, вот какой я хороший. Террористикус, так, и да, так можно легко вернуться назад. Да, насчет этого, что здесь изменилось? Более 4... Что? 4,5 миллионов? А в прошлый раз было по-другому. Было же 11 миллионов. А ну-ка, сейчас что будет? Изменится или нет, интересно. Дело в том, что здесь еще и все фичи тоже есть, как в этом. Да ладно, пока оно глючит, давайте дальше пройдем. Теперь, 27 августа 2009 года. Здесь, как вы видите, появилось 2006-2009 и появился украинский и белорусский языки. В 2009 году. Уже 41 типа миллион человек здесь. Но я не уверен, так ли это. Все-таки 4,5 миллиона. А где там было сколько-то тысяч? Не помню. Здесь, кстати... А, здесь, смотрите, на первой версии ВКонтакте даже нельзя было щелкнуть, чтобы вернуться назад. На главную эту. На эмблему ВКонтакта. Интересно. А здесь тоже нельзя было, видите? А здесь уже можно. И здесь можно, видите? Улучшение, улучшение. И тут, смотрите, по умолчанию сайт теперь на английском. То есть он в 2009 уже начал выходить на мировой рынок.
Так, вот, как вы видите, вот такой вот здесь обзор. Я не знаю, здесь на украинском, на русском нету вот этого вот всего. Скорее всего, оно тоже будет. Nordhanger Community College. Ага, то есть это какого-то иностранца, или они его сделали, или просто нашли. Иностранца, который зарегистрировался ВКонтакте. И взяли его страничку за пример. И ему хорошо, он популярным стал. Может, кто-то увидит его здесь и уведет. И здесь появляется такой прикол. Ну, на самом-то деле, не только здесь. Здесь вы тоже видите. То есть, вот это вот число постоянно меняется. То есть, это как бы не настоящее число, как вы поняли. Это такие счетчики, они, в общем-то, часто встречаются на сайтах. Особенно сейчас лохотронские сайты. На них есть, типа, вот, МММ, заходишь, и там в нашей организации там вложили деньги уже 1 300 000, там, и постоянно увеличивается число. И то есть тебе кажется, что вот, там, уже надо побыстрее подключиться. В общем, рассчитано на быдло, чтобы быдло подключалось. И, собственно, приносило деньги. И вот это вот в 2010 году очень интересная штука. То есть здесь, как вы видите, много языков добавилось. Азербайджан и так далее. И вообще, то есть странно оно выглядит. То есть нету ни эмблемы ВКонтакте, ничего. Можно сразу вот регистрироваться. Пользовательское соглашение добавили зато. Странно это вообще. Так, а тут, походу, ничего нет в этом пользовательском соглашении. И тоже, опять же, таймер, ну не таймер, а счетчик фальшивый. Универсальное средство для поиска знакомых. И, в общем-то, все, что я могу здесь сказать. Но я хочу сказать, что этот дизайн мне не нравится. Реально не нравится. Я не помню, когда он был, вот в 2010-м, наверное. Ну, я тогда не особо ВКонтакте лазил, и тем более не регистрировался на нем. Как стать участником? Тут поиск друзей и так далее. Это уже у нас 25 июля 2011 года. Через год вот уже более привычная картина. То есть сразу же здесь вынесли вот эти вот. Вместо того, чтобы, как здесь, показывать экскурсию по сайту, они просто заделали эту фигню. О, личная школа, места работы, военная служба. А что это за поиски такие? ВКонтакте. Интересно, сохранили ту фигню, то место. Так, о сайте. А ну-ка, давайте посмотрим на вот эти вот вещи. Как стать участником, щелкнем. Не работает. Вроде бы. Ладно, пройдем дальше. Вот 2012 год. Это тоже очень интересно. Дело в том, что с этого момента, в принципе, ну, во-первых, ВК, видите, другая эмблема у него стала. Кроме того, то есть более упорядочено все, доделали шапку такую более стандартную. Вот эту вот шапку я тоже помню. Особенно вот эта вот фигня, которая на орла какого-то похожа. На нацистского или я даже не знаю на какого. И, в общем, неплохо. Плюс здесь, типа, забыли пароль. Я, кстати, восстанавливал пароль как раз по такой менюшке, я помню. И, типа, здесь уже написано, у нас более 100 миллионов. И уже чувак не задрачивался с фальшивыми счетчиками. Дальше. 15 мая 2013 года. То есть, это последний год, когда там Дуров еще был вождем, так скажем, ВКонтакте. И дальше, то есть, у нас пошло мыло.ру. Вот. В Mail.ru, когда, во-первых, вставили, то есть, как бы здесь тоже, хотя, ну да, здесь тоже, убрали вот эту вот эмблему эту, которая довольно-таки запоминающаяся была, то есть ВК.
с крылышками такое. И вернули старую. Плюс, как бы, добавили языки. У меня сейчас, вы видите, на украинском языке, но это потому, что сайт автоматически определяет, типа, с какой-то стороны по IP и на тот язык переводит. С этого момента, в принципе, ВКонтакте стал этим, таким хитрым сайтом, который приспосабливается под каждого пользователя. То есть, потерял он свой шарм, свою особенность, изюминку и так далее. Все-таки Дура очень... Ну, мне больше нравилось, когда с Дуровым был ВКонтакте. И возможность войти через Facebook во ВКонтакте. Вообще, это бред. Во-первых, они рекламируют Facebook этим самым. То есть, зачем они рекламируют Facebook? Я не понимаю. То есть через Facebook, чтобы сюда войти. Это бред полнейший. Но, в принципе, хорошо хоть оставили пиратскую музыку, возможно, слушать. И тут, как вы видите, 31 мая 2015 и, собственно, 1 февраля 2016. Как вы видите, вот эти вот три с 2014 года сайт не менялся практически. То есть вот так вот. Видите, нету ничего, только Facebook кнопочку сделали такого же цвета. И в принципе оно и логично, потому что смотрите, как менялся сайт до этого. Ну, допустим, здесь не то чтобы очень сильно. Don't remember me. Кстати, тоже очень интересно сделано было. То есть не запоминать меня, это чтобы куки не сохранялись у тебя на компьютере. Если ты с чужого компьютера, можно было заходить. И при этом, то есть каждый раз все разное как бы было. А здесь, то есть все осталось, все заморозилось. Что значит Mail.ru? Не способный ничего нового создавать, способный только эксплуатировать то, что построили другие. Так у них совсем. Вот предыдущая, как вы видите, то есть как менялось. Практически, ну, довольно сильно менялось с каждым обновлением. С самого начала и до конца. А вот три последних, то есть все-таки два года уже третий пошел, как Дуров не управляет. И ничего так и не изменилось. Только запилили переход в Facebook сразу же, чтобы все с контакта валили на Facebook. Вот такие вот дела. Можете написать, как вы познакомились ВКонтакте. Я вот познакомился где-то на вот этих вот этапах. То есть на... Хотя... Я вообще не помню. По-моему, еще на русском я с ним знакомился. Вот где-то на этих двух. То есть это или 2000... Стоп. А что, это все 2007? Или я что-то не прав, не так делаю? Ну да, 2006, 2007, 2009, а 2008 где тут? Допустим, покажем вам 2008. Я не понял только, почему его здесь нету. Да, вот здесь, кстати, тоже счетчик неправильный. Он тоже, типа, считает, по-моему. Вот где-то на таком этапе я в первый раз зарегистрировался ВКонтакте. И как бы на этом мы заканчиваем обозрение. Как вы видите, как он развивался. Вначале там было мало функций, потом больше-больше, и он дошел до нас. Собственно... В принципе, я бы сказал, последние годы он вообще не развивался, как и Facebook и все остальное, просто есть определенные границы развитию. Приложения, я думаю, там еще появились чуть попозже, уже когда нельзя было посмотреть обновления и так далее. Ну, естественно, посмотреть более подробно мы не можем, и на этом поэтому я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, если вам было любопытно. Всем пока-пока.